Включил таймер, 20 минут должны успеть. Прошло время. Сумоним 10 секунд людей и начинаем бить трэш. Чем быстрее убьем эту РС-ку, тем быстрее пойдем вторую. Может быть и третью, а может быть и четвертую. Вареника в РК, ты фолипал. Угу. Таша, 30, ты тут? Слушай, а ты ржавку электродами варил? Чего? Ну, не ржавку электродами варил? Не. Плохо. Мне послышалось самогон какой-то варил. Не-не. В этот раз не самогон. У автомата можно там шов будет ржаветь? Боком по параллели. Давайте сегодня в 19:00 соберем РС-25 герб перед рейдом Джерриона. Если он нас будет. Если я увижу, что танки есть, там варенька будет, можно будет выяснить. А чё, а после целкач? После целка там Олег сказал, в 11 придет еще, соберет одно целка. Мы можем, если Джерри он за 2 часа проведет, еще после его целка одно убить. Но это зависит от вас. Вы должны быть онлайн, должны быть персонажи. Это нахер второй целка, я не могу понять. Не знаю, он так написал, может и не будет, может и резко. Надо до 10 убивать целка 25 гер и идти в РС, пока он зайдет. Танки, вы тут? Разведите мобов. Ёбаный в рот. Вы чё, сука? Разведите мобов. Бейте звезду. Остальных мобов от звезды отведите. Короче, покинули тело, полетели, сразу в инс заходим. Все оставшиеся бьют звезду. Скарлетт, отводи звезду от пробудителя, они копят стаки. Все, стой, бей. Заходите в инс остальные все. Чек на АФК. Кикаю, меняю на чат. Че тут перед новенькими сильно охуенным решил показать? Да. А кто тут новенький? Все старенькие. Вот, кто танчит? А вот хуй пойми, кто танчит. Все мобы где попало стоят. Англиев или еще Психопункс, Скарлетт и Виталий Кун. Я говорю, в танков. Виталий Кун там просит Англиев потанчить. Англиев? Нет, это не я прошу, это Англиев попросил. Два про товара решили идти, да? Да, это и сказал. Ну и пиздец. В три про товара. Можно вообще в четыре. Если один сдохнет, второй, да, забьет. Можно вообще вдвоем под морды стоять, клип делить ему. Это быстрее загладит трэш. Что-то бафли? Нет, воздуха там паладинов, там что-то бафить, я ничего не хочу бафить. Могу что-нибудь бафить. Вот хватит сам. Нормально, кулаков хватит. Остальные танки сюда. Не надо там за двумя мобами бегать. Один танк входит в толпу сюда. Спасите. ДК вытягивает квадрат. Деревом. Что мне сложного? Мне нужна помощь. Не вижу. Там была каска, кто перебил ее. Притянула и веди его. А то того гуся откинет на тебя и будет командир увеличивать урон. Вот.
Разберите его еще перелипа. А можно вопрос? Да. Можно перенести твинка тут в гильдию и, ну, ходить там в рейд, потом перенаправить все очки на основного? Да, можно. Только чтобы перенаправить все очки, тот персонаж, с которого ты их перенаправляешь, должен быть фловым в двух спеках. То есть он идет в РС или в ЦЛК 25 гер, и ему там ничего не надо, ничего он не ролит. Тогда можно. И понял. ЕП может на одном персонаже быть только максимум двойное. То есть за одно КД ты можешь получить за ЦЛК 25 оп, если два раза сходил на одного персонажа только два раза. При условии, что один из персов фловый. Вот, а если такого нет, если перс там какая-то хотя бы одна шмотка нужна, там чешка, например, героическая, то так уже нельзя сделать. И ты можешь получить за одно КД, за один инс только один раз ЕП одного персонажа. Я, в принципе, персов одевал и одинарным ЕП, и двойным. И так персы одеваются. Ну, самое главное, это ходить в рейд, и все. Пришел в обычку, получил ЕП, пришел в геру, получил ЕП. Ну, соответственно, если ты в геру пришел, если ты, допустим, справляешься, или слакаешь, или вылетаешь, или покидаешь рейд по какой-то причине, то шансы получить ЕП нормально и заработать шмот, репутацию, это все будет ниже. Если ты все знаешь, тактики знаешь, что тебя не надо учить, то будет все охуенно. Даже если ты не знаешь, то можешь просто перейти на канал Войда по ссылке в РК. Не переходи никогда. И ты их в описании, блядь. Подписывайся в контакте на счёт, да? Пусть он на мага зайдет. Кто? Кто-нибудь. Не, не надо маг на маги, это пидорские глаз голубые. Давайте бить босса. Ты недавно говорил, что палы пидорские классы розовые, да, блядь. По-любому. Не-не-не. Что, Слава, ты будешь только нативы собирать? Нет. Так, можно ничего. Сколько там, 5 кВП? 2,5. Нормально. Значит, на чего пойдем. Там, смотрите, если на ней ключи метка будет, там могу залагать, так что лучше от меня отбежать. Или я вылечу. Я не знаю вообще, зачем тебе, Слава, этот... ЕП, я вообще думал, ты там за просмотры релишь там 25 обычек, 10 просмотров, 25 гера, 15 просмотров, потом Олег сидит такой щелкает, это каждый раз просмотры тебе накручивает. Олег? О, кто? Он же РМ. Ой, лол. Мне пофиг вообще на просмотр. Я вчера, короче, стрим по шахматам смотрел. Там какой-то с Днепра этот, гроссмейстер, с Украины. Играл с подписчиками, короче. Ну, в следующий четверг будет тоже играть, думаю, сыграть. Это самое, во сколько, блять, 8 по Москве будет играть. Это у меня да, так ты давай выиграй у него, он, короче, будет перед каждым своим матчем твой канал рекламировать. Вот канал, вот, ходите, я там мужики делаю. Ну он такой, типа, знаешь, он сидит, разговаривает с подписчиками, в то же время играет. Один раз я видел, он проиграл. Кто первый, кто второй, похуй вообще,
На кого бог пошлет? ДК какой-то, забегай наверх. Сами... Ну, подожди, 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 ты чё, подожди, подожди, сейчас я сбегусь. Не хочу быть. Чё там? Там куча танков, вон Скарлетт, Англик. Всё, запускай, ну, короче. Страховка. Да, страховка, всё правильно, а то вдруг сдохнут сейчас. Поле пал не захилит, нихуя. Мало ли чего уже. А что там, когда джиперсы собирали 25-ку на ачивке, они там лича убили с двумя ачивками или нет? Кто не знает? Я вообще не слежу ни за какими гильдиями. Кто, кто? Вот джиперсы, когда на ачивке собирали, да, это... убили. Что, две ачивки сделали? Ну. Но они там после Синры БДК искали, там Шмерф танчил, наверное, так и сыпал. Скарлетт, проведи своего босса, тут миликом неудобно стоять. Не потеряйте Скарлетт. Двое сильнее страдания! Раком играл партии 6, наверное, сыграли, я все проебал. Последние две там выиграл две партии. Он с каким-то египтянином играл, короче, не знаю, не помню, с разной нацией. Короче, играл, играл. Здесь вроде бы выиграл, короче, все, у меня там и фигуры, и ферзь. Все, у него один король, короче. И я как-то ходил, то лишь, ну, надо было шаховать, короче, теснять этого короля. А я как-то замутил, что пат получился, сука, а пат это ничья, блядь. Бидно, блядь. Черные драконы появились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Счастливый тут. Силы были. На краю стоит. Мои братья гибли. Алекс Страза выбрала достойно. Нас убивали с расчетными шестами. В смысле, что курю? Ничего не курю. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Кто тебя насторожил? Не, он просто дурачок. Он дурачок? Я понял. Говорю, Войт просто дурачок. А, ну ладно. Силы присутствия их настоящего лидера. Нет, ты просто его смотри, его что-то настораживает. Герой, мне неведомо. Если бы я тебя не знал, я бы жлевнул, наверное, нахуй. Их нужно остановить. С планеты сразу. Левнул. Просто на Марс на такой. Пишите в РК, на какой спик ролите, на 10 спиков не ролим, друг на друга не ролим. А если на свой спик ролишь, можно не писать? Да, можно ничего не писать. То есть, если ничего не пишешь, просто ролишь не тот, в котором ты сейчас идешь. Окей. Значит, все это... Кто Виталикун для Англии будет танчить? Короче, кто-то из вас. Скарлетт ДД, Психопанк Стиму, кто-то из прототанков.
свет, точняк остаешься соло свет, или не соло, хуй знает, кто у меня вот этот, но это кто, хил, нет, да, хил. Так, ну давай подумаем. Во тьме Аркона Антант, а Нуан вот этот, выйдешь в свет, поможешь, короче, метки похилишь, там все, хуйню, чек на пул. Значит, первая, вторая группа, выйдите в свет, третья, четвертая группа, останетесь во тьме. По хилам сказал, если Вася, выйдешь в свет. Или хуй знает. Да, в свет. Похуй. Че, кто дохнет, тому он ролл, да? Кто дохнет, тот копар. Запускай. Я такое обычно говорю, когда с чата набираю рейд всяких там. Надо рейд поснять. Там весело хоть будет. Ты не весел. Вроде бы знаешь, я помню его, когда взяли в гильдию. То ли я рейд, то ли нет. Целка 25. Ну вроде бы хилил нормально, все, ничего, никаких претензий. А потом что-то жестко тупить вот начал. Он еще даже в руках говорил, он такой нормальный тип. И что-то кто? Кукуаси. Ну что-то не задалось. А, знаю такого чела. То ли он слакает, то ли интернет было. Ну что-то вот такое, что... Вы найдете лишь... Нельзя было его терпеть в героиках. Ходите, если посмеете. Потому что в какой-то резке он падал по КД просто. Это время. И потом все выканчивает. Ты сам? Я не знаю. Я уже помню, что он поначалу нормально был. Да. У него там то ли реакция клевая, то ли вот интернет клевый. Ты в лезвие стоишь. Сколько там процентов? Хуя себе, блядь. Видал, живой остался. Сколько там? Так я, 8 еще. Ты смотри, в лезвие не стой. Сейчас, смотри, живой, блядь. То сейчас бы сдох, и мы бы... Пришлось бы заново бить. 2%. 1. 0,5%. Процент. 50. Выходите быстрее, присты, дадите итоги быстро. Вторая на выход. Оставашкин, выбеги к стене, алло. И дайте им на хп, прям быстро. Дайте им на хп, когда выйдете. Меня бэрните, я с той стороны лежу. Блять, хильте Вара. А кто за слайпер? Хмель, выноси, охотник. Охотник, где ты? А, вынес. Бегим, бежим, там метеор сзади падает. Ну, да ну. А рост когда? Не будет рост уже, вайп. Там, блять, можно бэрить, что хуй затратить. Да не рост там, а никто не хилил танка, блин, шо за фигня? Маны не было. Поднимайтесь, Юкан, блять, стоят косты. Вы чё, ёбаный... Сука, нахуй. Ваня, нахуй, хилила. Ладно, вот эта сова меня риснул, короче. Ну, на меня халил, побежал сразу, Вар не успел сарить. Блять. Покинули тело, быстро. Так там же шаман должен был выходить еще. Вышел, что-то... Все, да, вайп. Вайп, конечно, падайте, в лезвие вставайте. Поворачивайтесь, скорее вставайте под морду. И побыстрее. У вас 20% во тьме, выйдите в свет лучше и сдохните, как достойные люди. Ну, блин. Чё с лезвиями сделали в обычай? Чё они не убивают, блядь? Так они и не ваншотили так-то танков. Они и в гере не ваншотят.
блядь, буду нажимать язык и лезть и бегать, ковро. Ангрев, блядь. Тыкаешь 5 кнопок одновременно, блядь. Таунт. Блок, всю хуйню вот эту. Бросок этот ебаный, блядь, босс. Как он появился, он не должен никого убивать. А есть мамонт у кого? Вон, чинитесь. Вы чё, ребята, в натуре? Скорее бафаемся. Что тебе надо? Блять, да что ты отъехал, сука, только попал. В эту хуйню. Приста баф, дайте. Дайте быстрее. Готовка Сильвана есть у кого? Не, не надо, нахуй. Приста баф. Блять, у меня где-то в банке лежит еще одна непроданная, надо поискать. Все. Спускает, блядь, дурака его. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. По таймеру 21 минута, ребята, обосрались. Беги, малышка, беги! Спойте этого дурака, он, блядь, полгода уже там стоит. Ну он не дурак. Сколько там? 60 еще дохуище. Ваня, блядь, не сдох, бабу прожму. Сейчас прожму. Я скажу, когда... Пин-поп на танке. Ну если он долго стоишь для героя, 5 минут пустим. 3%. 2%. 1%. Жми бабл. Ну его нахуй. Первая, вторая, портал спереди вон. Суперку перей выноси. А что, я один хига светов? Шаман тебе выйдет. Нуам, который. Вроде как. Нуам, ты тут? Хуй знает. Да, тут по хилю. Нуам, выходи в свет ты. Блядь. Выше. Свету рост. Нуам, рост. Далее уже. Сухопункт сауроните сейчас. Алло. Вот, блядь, ну тычка остается. Давайте, заходите. Тьма автоатакой побейте. Стопаните его обилки. Сейчас перед 30 сделаю. 50 будет, будете бить. Все, хуй. Свет сильнее бейте, сделайте больше сам. Автоатакой побейте пока. А кто так диспылит криво?
человек уже бежит назад с меткой, похоже, что с нее не диспелили. Ему поебать. И вы диспелите. Нельзя у стены диспелить. Беги, малышка, беги! Я сам диспелил. Хороший лут. Бля, наручи. Рольте. Неужели нахуй? Просто за ними хожу. Давайте локом. Кто-то сотку нахуй. Заебись, спасибо. Плащ, роли. Ну а... Кольцо ролем. Бля, у меня топовые роллы вообще. Так, на ИП заходим. Не покидаем рейс, чтобы ИП получить. Сейчас вторую пойдем. Так, кто-то заходит на ИП, алло? Да. Да. Накидывать? Да погоди, я не зашел еще. А, давай. На колени. Да, хорошо, Андрей. Заходим сейчас. Сейчас я перезайду. Че, сейчас ссылка 25 опки? Раскрещу. Совместный фуриар, пожалуйста. Не могу пригласить члена другой группы. Три слота, заходим быстрее. Кто еще? Я могу чем-нибудь помочь? 5 шаманов, блядь. Давай зайду кем-то другим. Кто нужен? Так. Ну давай. Сейчас подумаем, кто нужен. Магов нет, наверное. А, маг есть. Есть. Не знаю. Протопалом, бутылками. Да, давай. Или ретриком. Давай ретриком лучше. Давай БДК.
коктейли мы развелись боссами. А Ноурус... Которым... Мазать 30%, блядь. Так, Байри... Биаренгар, хз, какие спеки. Ноурус, какие у тебя спеки? Хуй знает, да? Я тоже хуй знаю. Намер, какие спеки? Кот сова, давай кот. Так, где у нас БДК? Так, протопал нужен. Вон Лонрик протопал. Да? А он нормально танчит? Не знаю, ну... По шмоту он по хп 48-544, значит протопал. Че, локов-то почему нет? Хуй знает. Это самое, у кого танк есть в рейде? Давай, к локам. А, не, погоди. Лонрик, у тебя протопал есть? Ашли, это кто? Англия, хорошо. Как себе танчишь, да? Виталик, он есть про товар? Угу. Но он не затянет это хлебом. Вот так чисто пеш. Ну и болгара. И то, наверное. Кто-то зайдите на этого, на танк. Поклонский тут. Лок Винст, сманите Лока, сманите Англифа и ставьте шкаф. Без чара тебе тут все хуйня. А говорили, сегодня ЦЛК будет, да, где-то в районе 11 по МСК? Да, и до этого еще будет. Ну, я не знаю, до этого я вряд ли попаду, а вот на 11, наверное, я подойду. Ну, возможно, там, неизвестно, РЛ придет, там, что будет. А так у вас вообще каждый день выходит, или у вас какой-то день определенный? Пятница. Каждый день рейд. Будни там реже. А я что, АДК пойду, да? Нет, тоже АДК. Ну, два БДК хлёно потанчит. Жаль. Не начинал, понимаешь. Сумоним всех. Сумоните. Так, Капар, ты тьму потанчишь, да? Антисептик тоже в хиле побудь. Похуй, похуй, что хилишь слабо, просто похили.
Атриси, Атриси ВРК. Да там в склепе, блядь, бомжи 3 КГС, конечно, да. 3 Джериан. Триумф, Рогин, Губин. Таймер пошел, 20 минут у нас. Все, бейте трэш. Если макрос напишу на вас. Так, бля, Лунрик спикнул с собой, блядь, на трэш-тах протопала. Лунрик, слышишь, не? После РС-ки куда? Целка. Гера? Очень далеко.
Помогите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Лунарик, зачем ты его стунтил? Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. А чё ты в ДД спектр засунул? Копии как бы там читал. А, ну ладно. Пошли на Савиану. Бля, я думал Савиану спекнусь ДД. Он уже спекнулся. Сразу запускай. Кто стоит, блядь? Как бы ханта нету, но сок мог бы я намазать, наверное. Рога, перемазывай яду быстрее. А, Рога, блядь, вышел из сети. Мысок в сети. Thank you.
без жеста буду хуй. Нужно подойти поближе. Поклонский на боссе. Третья первая копия. Я буду на боссе. Ладно. Стереотип на боссе, Поклонский две копии. А, и смотри, Трися, тут хилы слабые, так что спекнись в помощь. Рошамы, подержи какого-то танка. Ну я себе слабый хил. Слабый, ну тут только я сильный. Даже мук нормально хилит. Ману дайте тогда. Пусть жмук это, блять, анимал. Нормально, но, блять, он один не захилит просто. Он как бы. Ману забей. Дайте кашу повар. Хламон, жесть, тренер, по-моему, до хила. Пусть Лондрик. Пусть, но он не затанчит. Ну, просто на постраховке, чтобы поймать, если что. Ну пусть бегает, Поклонского он не уронит. Чё, пуляет не? Чё, погоди, три семана лезь. Ну. Хватит ему. Хватит, запускай, короче. Цирк приехал. Танки, куда вы ушли? Я что нахуй всех миликов одним раз. Всех прям. Один. Не достаю слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Ты заебал, сука. Да встань ты на месте. Ну ладно, в следующий раз портуйся сразу с этим боссом. Здесь произошли страшные события. Ты мне или чё? Да, убегаешь, пиздец. Бегать тихонечко веду, уж, блядь, спиной нахуй. Заебался за тобой прыгать. Какая же хуйня вообще. Вот видишь, если бы ты не спекнулся, мы бы не захилили. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели. Алекс сразу выбрал. Дал бы я бы бить и нахуй сами. Кто спорил? Сука, вы тупые что ли? Вы когда бежите по комнате по этой, бегите по стене, блядь. Стали сдохли у босса теперь. Быстро. Сука. Сдохните в комнате быстро все. Не бегайте там туда-сюда. Почему босс бегает туда-сюда? Встань спиной. К боссу. Развернись. В самом начале пиздец, блин, я ощутила конец. Присутствие их настоящего лидера. 20 тел упало, они агрят третьего босса. Герой. Вся только к лучшему. Так пердак горит, и надеяться. Теперь свои бренные тела покиньте, блять, и бегите. И те, кто сейчас в комнату бегут,
Сука, идите по стене, прям облизывайте ее. Стадо гусей, блядь. Может, кого-то гуся заменить. Да. Меня заменит. Не, хуйня. Нет, это про то же. Ждем сейчас. Тела подбегут. Ашли потекла. Хост. Че там, вход найти не могут по-любому. Труп в Долоране, ну ничего страшного, с Долорана подамажешь. Лети пока труп резать. Так, Кочерыга сейчас доедет сюда и начнем. Третий танк есть, надеюсь, или ему в два сейчас стоит? Значит, во тьме Джустикар, Зелеспиде и Фога. В свет выйдешь, антисептик. Потыкаешь хилки. Так. Первая, вторая пати выйдут в свет. Третья, четвертая останутся во тьме, как обычно. Кто там? Поклонский танч свет, стереотип тьму. Хабавар, хабавар. Кабавар, во тьме играй, а на урус, который в свет выйдешь. Надо подождать. Чек на пол. А где лог? Как тело найти не может до сих пор. Тело в инсте, тут дала ранее. Ладно, начинай, запускаем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Thank you.
заходи. Смотрите, раньше танка не зайдите. Все, заходите. Если посмеете. Видите этого пидора. Это заклинание еще не готово. Может, тот на натурал? Не, фиолетовый по-любому пидор. Так, там три хила. Хорошенько держите. И антисептик ману не трать экономить. Выйдешь свет, будешь хилить танк. И реется плохо. Первая, вторая вышки свет. Атакой пробейте. Почти такой же вот, кроме шеи. Ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Что-то рол чешек понерфили, что ли. Чтобы начали побольше. Шею ролим. Не, потекла эта нахила. МП заходим. Рот наоборот. Мейна. А ты? Кто у тебя мейн? Скажи мне. Дашкин, тебе уже начисляли ИП? Гинопись. Нет. Я не знаю, что. Поклонский он тебе давал сразу же. Не могу пригласить члена. Славик, ты же начислял Дашкину ИП. Перед тем, как он зашел на ДК еще. Да, начислял, да. Так у Дашкина двойное ИП. Не, я за этот рейд ему наперед начислил. А. Этот самый.
который вот рот наоборот. Кто у тебя перс? Ты получал на него ИП за прошлую РС-ку? Ты в ней был? Если был, то значит ты не можешь получить на него второй раз, ты это понимаешь? Там еще Намер друид, он тоже за прошлый РС получал. Намер, ты в РК? Ты на друида что, двойной ЕП сделал? Я правила объяснял в РК. Вы где были, где находились. Смотрите, такой расклад. Если вы не знаете правила, ну не начисляет, а значит ты заходи на другого перса. Если вы... Кочерыга не было ранее, вот сиди, жди сейчас на чистый ИП. Если вы не знаете правила, это не делает вас невинными какими-то. Если я накину вам случайно два раза ИП, потом Трисия вам ебанет ГП, вы никакие шмотки не заберете, блять, так как вам хотелось бы. Вам хуже станет ваша цифра приоритет. Короче, надеюсь это понятно. Значит, на там этого, на мага ИП ливнул. То есть я офнулся просто. Значит, ИП на того перса, на которого вы его не получали. За одинаковый инст, еще раз повторяю, на одного персонажа за одно КД начисляется ИП один раз. Сука. И прочитайте правила. Ну, в принципе, я просто второй раз говорю. Все можно начислять, да? Все, все такое. Так. Столько почему будет? На ачивы идут люди. Блин. Хорошо. Славик, у меня вот на ханте есть фулл чилы. Можно другим путем просто на хантом с длинного орка подамажу? Ну, без разницы. Я просто плюсунул, чтобы, блядь, слот мой не заняли. Сам он плюсовал, можно его взять. Где еще? АФК 2 минуты. Блять. Старит, не на ачив, наверное, просто проход. Шаму давай. Ничего в Эдеме сидеть. Просто, наверное, пойдем. Можно ачивы дрочить, но я не хочу. А давай просто пронесем все. Действительно, давай просто пронесем нахуй эти ачивы. Ачивы для пидоров. Ачивы ДПС не повышает, а нахуй не нужны ачивы. Чё, ты похилить не хочешь шаманом?
Ты что, куловый что ли? Ты, а кто? Как поставил, пойду. Иди шаманом хили, роль на хила, девай спек свой. Я не знаю, сколько у тебя там ГС, но он не фуловый точно. Чё, капа? Он тут другое сказал. Да хоть на кого его. Ну жмите на больный шум, кто-нибудь. Отойду. Хорошо, сумоньте у шкафа там людей. Два слота, кто-то идет еще в ЦЛК. Чё они, кстати, тем БДК или АДК есть? Да БДК, скорее всего. БДК там есть. А все ФК шкаф поставили, съебали. Где я, блядь, стою, теперь что-то со мной. А на креле у тебя какие спеки? Хулипал есть? Я пойду другим. А, давай Эршама. А кто там антисеп? Пришипа уж. Пришипа один есть, наверное. Слишком хилов много не надо, потому что мне скучно будет. Ну антисептика или джустикар там не умеет хилить, флешками хилит. Два друида не считаю тоже. Ну фога нормально, а по плитках не знаю. Зависает. Все, короче, как хотите. Что хотите делайте. Просто пройдем вместе.